Здравствуйте, друзья, еще раз, с кем не виделись, с кем виделись, с кем не слышались, с кем слышались, с вами Эксель, с вами XP2000 и с вами ВСЛ Лига, сезон второй. Всем привет, ребята. Да, ребят, у нас гранд-финал, Difficulty против команды Attention, вот сейчас ростер вы даже команд видите на своем экране, Best of 5, Best of 5, Best of 5, как еще это можно назвать. И сейчас уже будет Knife раунд, ребят, там... Все вроде бы зашли КС-ку. Ну давай скажем, что Difficulty у нас вышли с сетки винеров, и у них преимущество в одну карту. Вот, кстати, к сожалению, у команды Attention нет этого преимущества, так как они выходили с сетки лузеров. Буквально вчера отправили домой команду Сибирская Рысь, если я не ошибаюсь, правильно? И они... Еще раз. Сибирскую Рыжу, да, третье место заняла? Да. И они получили уже свой гонорар, так скажем. Да, они получили гонорар. Все, можете посмотреть на нашем сайте, там весь репортаж показан. Ну вот, вроде бы я все поставил, вроде бы Knife Round уже даже сыграли. Или нет, сейчас Knife Round идет, я включаю, ребят, звук. Ты зашел? Ты там? Да, я смотрю. Так, музыка еще есть у меня, музыка, которую надо выключать. Да, музыку я выключил, Knife Round пошел, и что автодиректор у меня будет сегодня показывать? А кто выиграл? Кто выиграл? Я что-то пропукал. Этот момент. Выиграл команда Difficulty. Давайте, ребят, я пока быстренько включу вам ростер и провозглашу состав команд. Команда Difficulty — это Дикей, Кошак, Медуза, Хелли и Вэлс. И команда Attention, их соперники на сегодня — это Жора, Кос, Майлз, Вадим и Нова. И вот мы начинаем первый пистолетный раунд, первая карта. И пока по картам счет 1-0. В пользу команды Difficulty. Ну что, как мы будем с тобой? Так же, как и до этого, по одной? Нет, ты побольше давай. Я говорю, я болею, я особо не могу, к сожалению. У меня голос почему-то к вечеру садится, так что я буду помогать тебе, так скажем. Ну, в основном ты. В основном я. Ну вот смотри, уже команда Difficulty, вот как разбирается с командой Attention, остался Майлз вместе с Вадимом против 4 игроков команды Difficulty. И вот как-то пока неуверенно повели себя ребята из команды Attention, надо было... Ну, вроде зашли, куда они заходили, вроде бы там под зиг, под длину выходили, и там... Но получали, ну, конечно. Сейчас наблюдаю ситуацию. Ребята просто на мидле, они пока что не знают, что им делать. Они просто в ступоре. Вот Дикей их начекал. Выход мидл. Вадим убивает Дикея. И ребята уходят обратно на ноль. И, возможно, да, вот зашли они на зигзаг. Но вот смотри, вот они бы лучше бы развернулись бы на Б-плент. На Б-пленте да. Все равно есть Медуза, он сотый, он в принципе мог даже еще там что-то сделать. Но на А-пленте двое. Ну и смотри, да. Но если они сделают минус Вэлс, то это будет очень даже неплохо. Ну нет, развернулись, смотри, услышали они тебя. Да, они услышали. Меня слышат. Все, Кошак, дал инфу, уже минус 40 у Мэлса. И ой-ой-ой, А-плент, Б-плент выходит тут сразу. Вот Медуза монструет. Чекают. Ой-ой-ой, все, перезаряжается уже. Ой. 2-1. Ну и все. Ну тут уже просто без шансов, так как у Минца осталось очень мало хп. Майлз. А, Майлз, извиняюсь. Я его всегда с никнеймом маленько. Так, ну что, 1-0 в пользу команды Difficulty. И вот так вот ребята закупаются фамасами. Ну, зачем, я не знаю, почему Кошак берет по 250, но, видимо, крутой. Ну, вот видим, CZ75 у трех даже игроков. Команда Attention. Ты говори, когда автодиректор будешь включать, чтобы у меня был... не автодиректор. У тебя сейчас нет. На косе? Я тыкаю просто. А, нет. Сейчас на Вильс. Сейчас на Вильс автодиректор. Да, вот он, смотри, вот как... смотри, просто играют на кто первый. Кого выждет. Да, но там, мне кажется, Майлз все-таки будет стоять. А нет, Майлз оттягивается, ну, хорошо. Медуза встречает мид, а минус один, минус два. Майлз заждался все-таки Вэлса, отлично. Нова, минус Дикей, и 3 в 3 ситуация. Бежит Хелиан. С дропом там был. Вот, блин, у меня тут неудачно тут твоя скайпа вылезла. Так ты ее закрой. Закрыл уже. Ну смотри, просто красно остаются
два игрока из команды Attention, и это просто разрыв, видимо, будет. Вот да, да. Ребята под B-Plan стягиваются, но вот там их ждет Хелли. Вот Хелли пока начекал одного только. Вот дал информацию. Вот Медуза сейчас будет стягиваться на B-Plan. Вот пока что он middle чекал. Халя! Минус два! Да, минус да, двух красных, да. Ну там ребята были красные, ну и неплохо. Ну, да. АВП но... будет у Кошенка, у Кошака Вангу. Ну, да, смотрите. Ванга, Ванга прет. Грибной дождик пишет, что АВП будет. И одно АВП. Вот посмотрим, как Кошак реализует. Ой-ой-ой. Дым убивает на новую. То... Хае, смотри! Смотри, что становится с ребятами с команды да. Attention. Ну, родовые все. Почти, кроме вот Коса. Кос один, ну и Кошак играет. Кошак играет, причем отлично играет, смотрите-ка. Ну и Вадим оставался последний, и сейчас становится 3-0. Ну что, байраунд от обеих команд. Будем сейчас наблюдать. Всем привет, братва, вот пишет нам Блумка. Блумка, и тебе привет. Привет, привет большой. Ребята. Напоминаем, у нас гранд-финал в СЛ Лиге. Второй сезон, команда Difficulties против команды Attention играет Best of 5. Пока по картам счет... 1-0 в пользу команды Difficult, так как по сетке винеров они прошли и взяли, так сказать, первый матч, который состоял по системе Best of 3 против команды Attention со счетом 2-1 вроде, да? Или вру? Я, честно, Леха, не помню. Вру. Я вот, не и, вот я стримил и вру. И, наверное, вру я сижу. Ну ладно, не буду. А смотри, что сейчас делают террористы. Выход middle, на одного медузу будут открываться, но медуза убивает нову. И, ну вот, ой-ой, в спину, да, его убивает Жора. Правильно же, да, вроде? Да, Жора, я Жора. Разучился уже реально комментировать. Ну, отлично пока, да, справляется команда Attention, ну, неплохо. А ВП от Кошака сейчас будет ли решать или нет? Мне кажется, сейф, может быть, лучше. Нет, берет ФАМАС. Ну, сейчас, в принципе, выигрышная ситуация для команды Attention. Они заняли B-плент уже, и устанавливается бомба. Но вот врывается уже Вилс, просто сразу же разменивает кос его. 2-1 ситуация, Кошак. Кошак против двух игроков, и его убивают. Attention все-таки берет раунд. Все становится 3-1. И уже нет. Еще есть набай даже, есть набай у команды Difficulty, есть даже у Кошака АВП. В чем даже очень неплохо. Титан Вин. Ну да. А, ну, решают, ну это естественно. И... Ну Кошак опять против Вадима, тут в дым нет, уже не попадает. Медуза с кольтом поджимает коробку. Ну смотри, Attention, кстати, не рискует брать пока что АВП. Да, почему-то у них пока АКМчики против Кошака, видимо, не хочет играть Кос. Но я думаю, Кос, так как, ну, по крайней мере, по мне, я помню, что на Мираже играет СВП точно это Кос. Ну, посмотрим. А Миража нету, да, по-моему, в нет, раз... есть Мираж вроде. Есть? Есть вроде Мираж. Медуза, минус Вадим. Ой-ой-ой, Жора, Денис, ой, Жора и Нова сразу же размениваются, Дикей, минус Майлз, и 3 в 3 ситуация. Б-плент открыт, вот падает смог на Дикея. Дикей потихоньку будет заходить, заходит Дикей. Нет, убегает, ой-ой-ой, получает, наверное, спину, да, получает Жора, тем временем делает минус Вэлл, снова минус Дикей, остался один Кошак с АВП, который убегает на сейф. Ему сейчас просто не остается ничего другого, как убегать на сейф. Hellraiser вчера, ребят, пишут, подвели, да, согласен, Hellraiser вчера подвели всех. Смысл ставить на титанов. Ну, видимо, есть смысл кому-то. В смысле? Ну, мне есть смысл ставить на титанов. Я, как ярый болельщик команды Very Games, мне есть смысл ставить на титанов. Для меня была обидная печаль такая, вообще просто невероятная обидная печаль, когда команда Very Games... потеряла, так сказать, свое название. Но зато ребята обрели новую организацию и
довольно быстро. Причем неплохую в плане финансирования. Ну да, это точно. Раз они так борются за все матчи подряд. Неплохо, видимо, платят. Ну что, тем временем, команда Difficulty, Экараунд, Кошак засейвил ВП, сейчас 3-2. Мы с вами видели, что ребята вышли в прошлом... Attention, вышли в прошлом раунде на план Б и поставили бомбу, и тем самым заставили Кошака убежать. Посмотрим, как Кос будет заходить. Отличная флешка и заходит. Ой-ой, минус один. Замечает второго, но Медуза все-таки разменялся. Ой-ой, отличная игра от Вадима. Минус Медуза, Жора. Тем временем, минус Дикей. 2 в 4 ситуация, и надо что-то сейчас вытворять команде. Difficulty. Ну тут уже... Нету дропа. У Хелли... А, да. У Хелли нету дропа. Кошак, скорее всего, будет сейвить. Но ты ему в спину смотри, кто идет. Нова. Нова, да, в спину Кошаку. Ну и там... Бомба восстанавливается. Ой, Майлз, минус Хелли. И Кошак разворачивается. Ну и вот тут уже есть... Нежданно. Встречка. Встречка. Да, поляки хорошую, кстати, форму набрали. Посмотря их последние матчи. Это реально хорошо. Ну давайте, ребята, не о мировой CSGO сцены, а о сибирской поговорим лучше. Лучше посмотрим матч гранд-финала. Сделайте звук в контре чуть погромче, дроид пишет. Может, это у тебя там звук убавлен? Нет, дроид пишет. Нет, ну вот я дроиду и говорю. Ну что, Медуза пытается прошить, делать минус один, хорошо, прошивает. Ой-ой-ой, Медуза-то прошла, что же хелпа так долго выходила, Дике Джора делает минус Кос. Отлично, Кос матерится, наверное, сейчас сидит. Возможно, все возможно. Ой, АВП от Вадима, отлично. Пошла флешка от Велса, и надо, вот, ребят, пошли на Б-плент. На Б-плент-то у нас пустой. Чуть погромче КС сделай, уже три чека пишет. Я сделал громче КС. Здесь это Difficulty. Difficulty, ребят, если Difficulty правильно говорить. Difficulty даже. Правильно говорить, если их нет названия. На 2-3 ситуации выход на Б-план. Вот Кошак сейчас убьет или не убьет. Вот. А вы вапера! Ну почти убивает. Что, хае закинуть? Ну и понятное дело, чуть-чуть не туда. Хае. Ну смотри, он бомба установлена, 2-3 ситуации. Вот Вадим только. Вадима только 27 хп. И будет ли выбивание? Ну вот минус Кошак и без шансов минус Вилс. И это 4-3 в пользу команды Attention. Да, ребята принимают Б, в принципе, я в том плане, что заходит Б отлично и удерживает его, он неплохо. В принципе, да, пока без размена. Получается, заметил? Вот, Attention только Б получается, хорошо. Ну, Attention я видел вчера против Сибирской Рыси, когда ребята играли. Против Сибирской Рыси у них была страта на Зиг. Причем... Просто смотри, что сейчас делать Difficulty, извиняюсь, что перебиваете. Russian Зиг? Можно потише. Леху потише. Да, Russian Zig, да, Дима написал, можно тебя потише. Ну вот Вадим промахивается с АВП сейчас. Ну вот. У Difficulty сразу же информация, то что на мидле стоит вейпер команды Attention. А вот у ребята выход на ТЛ. Ой, это смотри, как сыпется Difficulty, сыпется конкретно. Просто Кошак. У Кошака уже спалили два игрока, команда Attention, и это счет 5-3. Ну рассыпались, видел, как рассыпались? Ну это эко было. Не, ну все равно, можно было хотя бы постараться как-то там сделать минусам. Дэн пишет, еще КС погромче, а Леху потише. У них только гранд-финалу это прорезался. Прорезали суши. Ну, ребят, не знаю, тебя куда. Нормально слышно там? Или может они из-за меня говорят, что тебя потише? Игнали. Ну, убавил себя, прибавил КС и думаю... Ребят, если сейчас будете кричать, что КС громко, я уже не знаю, что вам делать. Для меня вот сейчас КС громко. Как вам может быть не громко? Это может быть на трансляции сцена... На сцене звук поменьше. Нет, сцена нормально все. Разозлилась, смотри, команда Difficulty. И ой-ой-ой-ой-ой, Wells! Минус Джора. И два игрока у команды Attention остались, которые выходят на Зигу. Ну вот, в принципе, тут и Кошак должен сейчас что-то делать, но ничего не делает. Получает пачку от новой. И счет становится... Ой, счет становится. И ситуация становится 2 в 4. Ну вот,
Плетка от DK сейчас может быть зарешать. Если пойдет по зиге. От команды Difficulty. Вот, к сожалению, вот, кто это? Это Костит улетел. К сожалению, он вообще был не мобилен в этой ситуации. Его просто с трех сторон, если я не ошибаюсь, зачекали и расстреляли. Он только успел сделать только один минус. И хорошее убивание от команды Difficulty. Счет 5-4. И вот смотрим. Самый раз, пишут ребята. Видимо, сейчас уже получше стало. Да. Посмотри, сейчас у команды Difficulty, у Кошака АВП, а у Хелли плетка. И у Дима есть АВП. Это вот очень интересно сейчас будет. Ну, посмотрим. Вот Вадим побежал на Б-плент, но вот, к сожалению, ему дым дали, и он сейчас просто ничего не сможет сделать. Он, конечно же, будет ждать, пока дым пройдет. Вот на Б кто? А на Б Хелли. Кошак, минус кос. Ой, Нова в дым замечает, там Дикея, видимо, по радару или как, я просто понять не смог, но прошил все-таки. Ну, ситуация как бы 4 в 4. Вадим выходит на Хеляна и ставит пачку. И тут Медуза есть, есть, который делает минус 1, а Вапа сразу же оттягивается. 3 в 3 ситуация, и что-то надо сейчас делать. Ну, видимо, мид выйдет, чтобы зажать все-таки. Это ВП Нова уже в спину. Подошел Майлдс. Ой, Вэлс. И срубал. Тут срубал. Кого? Майлса он срубил. Нова-то вроде должен сейчас в курсе быть, что в спине есть игрок. Надает пачку по Кошаку. Сразу же разворачивает, чекает, где же. Где же Уэллс? Что же он там делает? А Уэллс выходит, делает минус Нова. Ну что, остался один Вадим. Вот это просто тавтология. Один Вадим. Пытается стреляться. Ну, попадает вроде бы по Уэллсу, но не так сильно. Подбирает АКМ. По сторон и его убивают. Да, зажали, конечно. Посмотри, равно, равны, в принципе, еще, да, они кровь крови не идут. Вообще, 5-5. Первая карта, это как бы до допов-то не дошло дело. Ну, я надеюсь, пролетит все быстро, и потом будем общаться с народом и разыгрывать вещи. Вещи CSGO. Гранд-финал я обещал нереальную кучу. Нереальную кучу вещей. Я обещал на гранд-финал. Смотри, нас сейчас смотрит 50 человек. В принципе, очень это даже хорошо. Неплохо, да. На гранд-финал, я думал, мы соберем еще больше, но все-таки собрали 50. Сейчас, наверное, я позакрываю весь ВК. Что тебе там уже пишут, поди? Ну что-то и ты молчишь, я молчу. Нет, я просто что-то задумался. Нова, минус Вэлс. Ребята хотели выйти зигзаг, и им просто положили смог команда Difficulty, и ребята просто пока что стоят, ждут. Вот Нова выходит на ДЛ, просто посмотри на хелсбары, что делает команда Difficulty. Вадим убивает Хелли на мидле. Медузу закидали, сейчас будет выход, и Вадим, наверное... Медуза, к сожалению, не успел прострелить Нову, Нова вовремя переместился. И выход вот на Б-плент, Минц входит на Б-плент, ставит бомбу, остался один Кошак против троих игроков команды Attention. Вот Кошак еще убивает Вадима. Смотри, если сейчас Майлдса он снимает, если Майлдс выходит на чек, и он снимает Майлдса, то... Нет, он, к сожалению, не снимает, но вот эта фишка еще, я... Вроде бы скажу, с титанов даже. С титанов фишка, вот это вот, что стоять на ищах, ждать, пока услышится, что выкидывается флешка там, или не знаю, там, ну хае, там еще что-то. Когда уже, ну слышно же все равно, когда кидается граната. И выходить в это время в очко, и делаются отличные минуса. Титаны, так я помню, начинали вроде делать. Паша, я вижу, ты справа в целом. Что, чего? Ой, хорошо, Майлз принимает тут с косом. Коробкой остается один Хелян. Один Хелян оставался. И вот такая мухае. 30 хп оставляет. И получит пачку. Ой-ой-ой. Прям в голову он стреляет. Вадиму отличная игра от Хеляна. Ну, в принципе, сделал минус один. Еще и тут накраснили ребят. По арморам придется, наверное, сейчас закупиться, я думаю.
команде Attention. 5-7 счет, 5-7. Пользу команде, команда Attention. И сейчас посмотрим, что будет творить. Ой-ой-ой-ой-ой, какая отличная игра от Вадима. Смотри, 25 хп оставил Дикею. Дикей в шоке. Да нет, Дикей, скорее всего, не в шоке, он просто такой, ну, нормально. Fast Rush по Зиге, Fast Rush, смотри. Опачки. Опа, ну, такое не разрешает команда Difficulty себе, что вот так вот косты так легко, говорит, не пройдешь. Вот кос фейканул Upland. Видимо, он хотел этим сказать, чтобы команда Difficulty переместилась на точку А, укрепила точку А. Но вот, к сожалению, Difficulty не такие простые парни, как думает команда Attention. Вот смотрим. Террористы, в принципе, растянулись по карте. Посмотри, что Вилл сейчас делает. Не, Медуза вот закидывает, в принципе, хорошо закидывает, горит, горит там почти. Ново. Забегал там, ново, да. Сейчас смотри, перекрестом будут принимать нову. Да, вот. Хелли убивает нову. Сразу же оттягивается, смотри. Вот Жора, Жора, Жора. Начекать ли? Да, нет, к сожалению, Медуза его убивает. Ой-ой-ой, вот. Красный кос забегал, делал ой-ой-ой. Минус и просто отлично. Медуза, минус Майлз, и ситуация уже... Ой-ой-ой, в спину зашел, ну отлично, отлично сейчас сыграл Вэлс. Если бы он не убил Вадима, то тот же, наверное, снес все-таки Медузу и потом уже Кошака. Косу надо было бомбу ставить, зачем вот он полез, вот просто стоял, ждал Кошака. Ну, почему? По, в принципе, экономике у ребята там очень даже все нормально. Поверь, каждая денежка важна. Это Counter-Strike. Ну, согласен. Но все равно... Он думал, что он все-таки выбит их всех. Ну, АКМ закупились ребята, все, без АВП уже. Пожалуйста. И куда-то у нас убежал XP. Ну, ладно. Убежал. Нет, на я не убежал, я просто кашлю. Я не хочу, чтобы... Ну, все, Кошак, минус Майлз. Минус Майлз, Кошак. И смотрим, ребят. Куда же пойдут? Куда же пойдут эти нереально мега-крутые чуваки? Ой-ой-ой, ХАЕ прилетает тут косу. Надо убегать, да, убегает кос. Ну, вот вроде как-то растерялся, не понял, что сделать. Бомба тут. Нажал, выпало, не выпало. Еще один дым залетает. Ну, косо вообще сейчас тяжело будет выходить. Он замечает, замечает дым Вэлса. Ну, отлично. Еще будешь ждать сейчас, наверное, Кошака. Но Кошак с АВП и будет стоять на чек на длине. Ну, ему летит флешка, смотрите-ка. Флешка летит. Еще и дым, ну и что? Кос просто напугал Кошака. Отвел его на апленд. И посмотрим. Посмотри, Медуза сейчас. Будет ли ждать он в зигзаге новую или нет? Нет, все-таки. Ну, выход Б-плента, там... Там должен зарешать Дикей, если он сейчас не зарешает, то, в принципе, Б-плент отдали. Да, ну, Б-плент отдали. Он считает направление атаки, выход Б-плент. Сейчас Кос будет устанавливать бомб-плент. Ситуация 4 в 2. Опять же, очень плохая ситуация для команды Difficulty. И будет ли это выбивание или нет? Скорее всего, ну, по деньгам бы лучше бы ребятам засейвить оружие, особенно АВП. Но, видимо, сейчас будут ловить на отход. Ой, Кошак. Нова. Отлично. Восемь двух сторон тут убивали Медузу. Просто вообще разорвали команду Difficulty в этом раунде. 6-8. Так. Ну что, Кос, плетка. А, тут ребята с плет... А, нет, хотя одна плетка всего лишь. Эко-раунд у команды Difficulty, и, может быть, даже, скорее всего, это счет будет 9-6 с тремя очками. С тремя раундами для себя в плюсе. Впереди, наверное, уйдут Attention во вторую половину. Но смотри, вот, ребята, Дикей даже вот показывает мне автодиректор, он бежал на респу уже команде Attention. И вот так выход-то... А, и выход-то длины, выход длины пошел. Тут Кошак с Велсом уже должны как-то принимать. Кошак отлично принимает, Зигла минус Жора. В спину там заходит уже, пытается Дикей. Ой-ой-ой, Нова сбривает Кошака. Ну, Медуза второй раз уже промахивается. Бомба ставится. Нова отлично играет против Дикея и Вэлса. Вот тот еще падает. Ой-ой-ой-ой-ой, 2 в 2 ситуация. 2 в 2 ситуация. Подбирает Медуза, как мы видим. Ой-ой-ой, отлично подбирает Медуза, плетку сбривает. Ну, вот, отлично еще ставят пачку и эко-раунд берут команда Attention. Ну вот, ой, команда Difficulty. Difficulty, ты что? Извиняюсь, да. Просто Difficulty сейчас
показали нереальное. Это вообще. Нереальная кора. Good call сразу пишет ребята. 7-8 в пользу команды Attention. Первая половина заканчивается для команды Attention. На одно очко хорошо. Да, посмотрим табуляцию, кто сколько настрелял. Вот Нова настрелял 15-10, Кос 10-10, Майлз 10-9, Жора 8-9, Вадим 10-11. Ну и команда Difficulty, Медуза 15-9, Кошак 12-10, Вэлс 8-10, ой-ой-ой, что творится. Хлян 8, у меня было только что 9 почему-то. А, Хлян 10-12 и Дикей 5-14. Ну что, ребята вышли на длину, то есть команда Difficulty тут пытались встречаться. Ой-ой-ой, отлично, хае от Коса. И он убивает вот так вот своего тиммейта Вадима. Ну что, Кос остался один. И Кос вот такую вот пачечку получает от Кошака. От капитана команды Difficulty, я прав? Видимо, не прав. А, даже я, к сожалению, не видел этот раунд. Не-не-не, я про Кошака, то что он капитан команды. А, Кошак, да, капитан команды. Галильчиками закупается Difficulty. Галильчиками. Что-то мне так пролагивает как-то. Смотри, как... Кошак на втором арморе, как бы, он остался с P250. Но у него есть фул раскид. Вот просто Difficulty сидят, как бы ждут своих оппонентов. Но они халдят, что? Халдят тоже, ребят. Ну, смотри, что сейчас на мидле будет, какая сейчас заруба. А вот, по-моему, Attention не читает, что сейчас будут двое выходить зигзаг. Ответные такие флешки друг другу, ребята, накидали. Друг другу раскидали флешки, да. И все, пошли ловить, пошли ловить. Смотри, как поймали, отлично. Ну, вот тут исправляет, наверное, ситуацию, да, Медуза, 3 в 3. Еще будет доправлять, нет? Да, еще и Кошак с помощью Дикея убивает. Майлз минус Медуза. Зашел в спину Дикея, минус Жора, и остался один Майлз против двух игроков. У Майлз сейчас будет дроп. Нет, не будет дроп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не вовремя вот, качаются патроны. Ситуация, просто Дикей бежит ставить бомбу на Б-плент. А вот что смотрим, делает Майлз. Это вообще это... Это эпик. Ну вот смотрим, читает он. Кто кого сейчас? По-моему, Дикей сейчас. По-моему, Дикей, да. Дикей нашивает. Пол оружия торчал и просто поймал. А зачем, мне интересно, взял смог? Смог. Он, видимо, хотел дымить Икс, чтобы зайти на плант и быть удостоверенным. Нет, что... но суть в том, что он заходил как бы сначала. Кто там был? Майлз. Майлз заходил и был он с дропом. И уже по нему начал стрелять. Кто там? Дикей? Дикей же был. Да, Дикей. Дикей уже... Это втыкает куда-то. Я не втыкаю куда-то. Ребят, я просто болею и... Мне иногда приходится отходить. Снова пистолетка у команды Attention. Ну вот, Difficulty вот таким вот способом вырывается вперед. 9-8. Ну и сейчас у них все шансы есть для того, чтобы уйти на два раунда вперед. Смотрим, уже АВП есть у Кошака. И вот убьет ли он сейчас Жору на мидле. Смотри, каким-то образом попал, красный кос только. Получает. Ой, вот, пожалуйста. Кошак. Сейчас вот парни помогут, вот Медуза помог, разрулил ситуацию, ситуация 3 в 5. И вот выход на Б-плент, Дикей убивает Нову на Б-пленте, и это выход на Б-плент, бомба устанавливается будет на Б-пленте, и ситуация 5 в 2. И вот что ребята будут делать из команды Attention. У обоих по 250, а нет, у одного по 2000 у Минца. Ну, они, наверное, пойдут на убивание, скорее всего. Попробуют выбить дроп и убежать, засейвить. Ну, вот Хэлян идет к ним в спину. Ну, видишь, они стоят как бы на чеке, да. К ним побежит народ искать. К ним побежат противники. Ну, смотри, Медуза. Медуза убивает Майнца, и Вадим разменивает сразу же Медузу. Ну, вот такой вот CZ-75 от Кошака. Ну, причем кстати, от авапера, вот, да. Многие стали использовать вот эту вот пушку. Я вот посмотрел уже на втором сезоне лиги. И она, видимо, очень хорошая, что P250 перестали как бы юзать ребята. Видимо, тоже надо переходить. Можно, кстати, если ребята сегодня быстро закончат, то можно сыграть и в матчмейкинге.
Смотри, отлично, ХАЕ от Дикея, прям под ноги. Ой-ой-ой, минус снова, и ой, ну, 9 хп оставалось, конечно, у Дикея. Кос врывается на мидл, ой, врывается в темку верхнюю. Но остается он красный, у него 17 хп. Смотри, атака сейчас просто на мидле. Ой-ой-ой, как промахивается кошак. Или он попадает? Он попал в него. 35 хп осталось. А, да, у Жоры осталось 35 хп. И выход на Б. Тут кос есть, у него 19 хп. Нет, тут у меня 3 спауна будет, мидл, выход. Ну, мидл плюс Б, да, будет выход. Пытается там. Кошак промахивается с АВП. Еще раз промахивается кошак с АВП. Ой-ой-ой, три раза промахнулся кошак с АВП. Это очень плохо. Ребята будут перетягивать сейчас на плен, скорее всего. Они уже перетянулись на мидл. А, ну, нет, только аттеншн перетягивается на мидл. Ну вот. Хелл идет сразу в агрессию. Минус Майлз. Отлично. Ой, как хорошо играет кошак. Еще остался красный кос и... Ребята заходят. Ну, Вадим сейчас, наверное, будет делать минус один. Да, минус один делает, но остается... Но он не там знает еще... про медузу инфу, смотри. Но сейчас он узнал, да, про медузу инфу. Сейчас кос еще дал информацию, то, что кошак идет зигзаг. И вот, ой-ой-ой, что сейчас делает медуза? Убивает сразу коса, и остался один Вадим. Вадим убивает кошака, ставится бомба на планте, и один в один ситуация. Медуза и Вадим. Вот смотри, мансуются ребята друг с другом. Скорее всего, Вадим, мне кажется, зарешает. Нет, медуза зарешал. Медуза, просто 2 хп осталось, и... Это лоу. Спрей зарешал вообще. 11-8 счет за командой Difficulty. И это очень даже хорошо. Ребята, наконец-таки. Вроде бы начали щупать игру оппонентов. Стали меньше делать ошибок. Но вот кошак, к сожалению, с ВП промахиваться стал. Ну, сейчас даже кошак не попал ни по одному из игроков команды Attention, которые проходили на B-Plant. И снова attention эко раунд, да. Такой вот пистолеточка CZ-75 и P250, но CZ-75 решает. Три зигзаг, смотри. Отличная ХАЕ, в принципе, неплохая такая. По-моему, читаю Difficulty, то, что сейчас три зигзаг заняли команда attention. Ой-ой-ой, врыв от... Ой-ой-ой, просто... Халян, минус 2. Размен от Майлса и посмотрим. По-моему, его сейчас убьют. Что творит Нова? 19 хп у него остается. У Велса была инфа, где находился Нова. И ребята уходят с дропами даже. Вот у Коса, видим, есть дроп. Обменивается CZ-75. И сейчас кошак будет закидывать, да, дроп. Ну вот сейчас, в принципе, решает просто... Смотри, по-моему, Нова не слышал то, что ребята перетянулись в нижнюю Т-шку, и это будет выход Б-плент. А на Б-пленте у нас стоит Кос. Причем он сотый. И он ожидает, что сейчас выйдет на него Медуза. Но Медуза-то, и... смотри, ставит пачку. И два красных игрока остается у Attention. Это плюс для команды. Difficulty, но... Ребята пошли искать дропы. Вот видишь, подобрали где дропы. Ну вот понятно, где подобрал дроп Майлз, а вот где Нова подобрал. В Т-шке нижний подобрал дроп. Ну все, ребята убегают на сейф. Ну правильно, тут в принципе, ну очень плохая ситуация для команды Attention, так как у них нету даже арморов, только есть одна флешка, и под одну флешку врываться на двоих игроков, например, у Медузы 86 хп и второй армор есть, а у кошака первого армора 16 хп. Соответственно, выигрышная... Выигрышный раунд будет за командой Difficulty, даже если они пойдут сейвить. Ну, пойдет сейвить команда Attention. 12-8 тем временем счет, друзья, и... И байраунд, байраунд от обеих команд, причем, так сказать, с двумя АКМами будут начинать Attention. Для меня лично АКМ... Ой, смотри! Смотри, что у команды Attention! Ты видишь это, походу? Да, 2 ВП. Хлян, срубает первое АВП, остается один кос АВП, который на Б-планте. Но у ребят абсолютно нет информации, они сейчас понимают, что они сбрили как бы одно АВП, и все, теперь думают, без авика осталась команда Attention. Но не тут-то было. Тут неждан будет. Скорее всего, да, на Б-планте может быть неждан. Зигзаг, 4 зигзаг и
нет, извиняюсь. А вот это дым хороший и хороший минус от Дикея. Ну, просто супер. Два АВП отрезали сразу. Буквально за 50 секунд, даже за 40 секунд ребята отрезали у команды Attention. И вот так заходит Хелян. Заходит в спину, выбивает Жору и там где-то ползет как-то Майлз. Нового будет СВП, но нового сейв это ВП. Он не будет выходить и выбивать. Майлз делает минус Хелян. Ну, зря тут Хелян пошел. Но опять же, команда Attention сейчас будет сейвить свое оружие. Это как у них по деньгам не... По деньгам не очень все сладко и гладко. Вспомнил, да? О чем я говорю? Да-да-да. 13-9. Ой, 13-9. Что я? По раунду каждому прибавил сейчас. Ну еще, Дикей. Что-то вообще как-то не нашел нигде. Он здесь Майлз. Ну, Майлз. Вообще на песках. 13-8. Разрыв уже 5. 5 раундов. Разрыв уже в 5 раундов. Еще с вами буду наблюдать как минимум 8 раундов. Даже не 8 или 9. Это как минимум. Ну, ой, ребят, как максимум. Первая карта. Кошак, хоть и красный, но убивает все-таки Жору. Майлз пытается тут выход занималась. Минус 1 сразу же Вэлс разменяться. Смог, успел. Флешки, хорошо бы сейчас выйти косу на дамаж кого-нибудь. Но кос выходит, делает минус 1, минус 2. Кос, минус 3. Минус 3 он сделал. Минус 3, да. Остался один тель. И его убивают без шансов, в принципе. Ну и как-то вот непонятно сейчас у команды. Дификулт с деньгами у Хеляна тут. 6к. Нет. Не, ну, закупается команда. Дификулти у них все нормально, в принципе. Ну вот с гранатами только вот у двоих игроков. Не очень все хорошо, но я думаю, им это не составит проблем никаких. Смотри, ждет поджим. Кос. Нет, Вадим ждал поджим, да. Минус Вэлс, но вот Вэлс этого сейчас, наверное, не ожидал. Но смотри, дификулти все равно делают упор на... Тэшку, на занимание тэшки и на занимание мидла, на как бы, а ДЛ они не особо туда ходят. У них не получилось предыдущий раунд это сделать, к сожалению. Ну, вот да, они под согласен. Зигзаг. Под зигзаг они сейчас, вот кошак. Ну и тут ново будет принимать, Дикей разменялся, но вот ой, Медуза отлично выходит, в принципе, мид. 3 в 3 ситуация и вот... Смотри на бэка. Побыстрее сейчас бы успели обижать, но вот Вадим все-таки принимает. Ой, косу просто неждан сейчас был. Ну, два ситуация, ставится бомба. У команды Attention есть АВП. И вот что сейчас. Хае делать? Такие неплохие залетели. Да, сейчас смотри, флешка. Ой-ой-ой. Минус от Медузы и вот так убивает еще и Дикей. Молодцы, еще становится 14-9 уже, вот даже видишь, как-то успели поменяться. Да, успели ребята разменяться. Что-то Attention не радует, он пишет там, Devil. Ну это, ребят, первая карта, не забывайте. Первая карта, только разогрев. Ну причем, смотри, первая карта разогрев, но уже будет 2-0, если Difficulty выигрывает. И им всего лишь одну карту останется выиграть. Ну да. Attention, к сожалению, это не учитывают пока что на этой карте. Просто ты по... я... Просто ты, просто ты понимаешь, что следующая карта может быть стать финальной картой? Смотри на мидл. Мидл, да, хорош. Вот все-таки... Все-таки размены на разменах. Нова красный. Минус 2 в этом раунде уже. Ну, убегает красный. 4 ситуация. Вот смотри, опять же, команда Difficulty пробует выход зигзаг, но сразу же тайминговый дым ложится на зигзаг и вот кошак раскидывает. Ой, Медуза, поджим ждет поджим. Делает минус Жора, 3 в 3 ситуация, красный, новый, и это плюс для команды Difficulty. Смотри, что Майнд делает. Пытается проследить дым, да? Вот он нашивает. Но его все-таки увидели. Я не вижу никого.
Ну, Дикея, Дикея, да, он, походу, нашивал. Вадим! Минус Дикей, и смотрим, как красный, абсолютно красный, 16 хп, но он залетает. На длину, ой-ой-ой, не ждет его кошак, о, как так? Что сейчас делает? Что сделал кошак, о, зачем? Ситуация. По идее, выигрышная ситуация для команды АТ. Ой-ой-ой-ой-ой. Ситуация становится, и Нова убивает Медузу, и диффузится бомба. Да посмотри, Нова, 16 хп, он с этими 16 хп бежал. Минус 4 он сделал в этом раунде. Да. Получает. Он на миде сделал минус 2, плюс он еще выбежал с Б плантатом, с мида, через ДЛ обошел, нежданным поймал там Дикея, как я понял, а, кошакам поймал нежданным и потом еще добил все-таки Медузу. Ну, кошак стопроцентно его не ждал, но надо было все-таки ждать. Надо было, я так думаю. Ну и счет у нас становится 14-10. Эко раунд у команды Difficulty, это просто врыв Б. Кос принимает, делает минус 3, и Нова ему помогает. В принципе, без шансов раунд. А, счет 11-4. 14. Ой, 14, извиняюсь. Смотри, сколько Нова уже настрелял. 27 к 15. Но не отстает от него сильный, так сказать, Медуза. 25-15. На 2 фрага все. Нова пока что MVP этой карты. Кажется, он на 2 килла опережает своего оппонента Медузу. Ой-ой-ой, Нова! Просто минус Дикей. Вадим с хорошей подсадочкой так убивает, да. В зиге он там подсадился на ящики и выход но длины. Сейчас на Дели будет происходить, смотри. Просто стяжка 3А. Вадим убивает Хелли, а вот Медуза, к сожалению. Кошак сейчас, в принципе, ждет хороший поджим. Ну вот и кошака сейчас тоже, в принципе, будет. Нет, чекать. Не-не-не-не-не, кос не чекает. Абсолютно не чекает. Посмотри, Нова просто делает уже минус 2 в этом раунде. Нова творит чудеса. Медуза, бомба минус Вадим. Где бомба лежит? Это ну вообще все. Есть информация у команды Attention, то что Медуза на длине, то что бомба лежит на ихнем респавне. И это просто провальный раунд для команды Difficulty. Ну вот посмотрим, что сейчас будет делать Медуза. Медуза это не понимает, скорее всего, что убежал уже. По инфе убежал. Ну, ему кажется, наверное, дал информацию, то, что на их респауне есть один игрок уже. Но смотри, что Медуза сейчас будет делать. Идет враж. Нет, лучше засейвить сейчас, в принципе. Будет эко-раунд у тиммейтов, но хотя бы у него будет дроп. Ну, попробуют, ребята, с одним девайсом сыграть, если, конечно, Attention сейчас не побегут его. Ну вот Нова, Нова и Жора все-таки побежали. Хелян пишет: Жора, ой, тебя ой, спас. Ой-ой-ой, Жора еще чате своего убивает. Лол. Ты видел, лол, что он написал? Хелян: Жора, тебя спас Бог с АК-47 в голову минус 40-96 дал. И просто Кос пишет: что? О чем ты говоришь? Ой, смотри, плеточка от Коса, АВП от Вадима, и пошел выбивание мида. Вадим, минус Дикей, но Вадим, у него тут 50 хп остается. Смотри, сейчас Кос, по-моему, сейчас кого-то убьет из команды Difficulty. Вот он Медузу нашивает, убивает он, к сожалению, Вилса уже. Жора убивает Медузу. Кошак не попадает, как так? Ну вот все-таки попал. Попал? Да, ну вот не попадал, не попадал. Ой, Кос убивает отличной хаешкой, да, Хляна. Хлян там просто в бок улетает. Кошак с дропом, ну и причем почти в том же положении. Кошака контроля, смотри, два игрока команды Attention, но вот к нему еще в спину идет Нова. Такой жадный пожиратель Нова. Кошак минус Майлз, и посмотрим. Зарешает ли тут Нова или не зарешает. Скорее всего, ВП от Вадима сейчас, мне кажется, зарешает. Ну, сейчас посмотрим. Вот, включая Вадима. Да. Это правильно. Еще становится 14-13. Ну что, друзья, посмотрим. Смогут ли эти ребята взять бай-раунд. Я сейчас говорю о команде Difficulty. Вот, видим, АВП сейчас будет у кошака. Нет, у Хеляна, смотри, АВП. Неждан, неждан. Что АВП-то у нас у Хеляна? Ну, скорее всего, потому что он первый выход на длину
Ребята хотели, видимо, выходить в длину. Ой-ой-ой, Коас ловит одного, Дикея. Тут же будет ловить сейчас, пытаться кошака, но нет. Кошак не отдается. Да вообще не кошак не дается, а ложится дым, и поэтому Коас уже понимает, что ему сейчас незачем стреляться. Друзья, у нас вообще кто-нибудь есть на Твиче? Все слушают нас. Или так... Да. Или так хороша игра, что вы все слушаете. Ну что, вот Медуза разменял все-таки своего тиммейта, но Вадим сделал минус Вэллос. Отличная игра от Кошака. Аплен почти открыт, но дым. Ой, Вадим как промахивает с АВП. Кошак. Вот Кошак исправляет эту ситуацию. 3 в 2 ситуация. Смотри, что делает Кошак, что творит этот авапер. Еще бы спрыгнуть и убить, ой-ой-ой. Ну все, делает минус 4. Разносит. Сотворил и... в этом раунде конкретно. Сейчас у нас 15-13, и это, можно сказать, есть у команды Attention, чтобы сравнять счет. Смотри, чем закупается команда Attention. Это 2 фома... 3, а 4 фомаса. 4 фомаса и 1 кольт. Который сейчас просто Кошак должен решать. Промахивается с АВП. Но я думал, что кольт надо все-таки было дать нового. Вадим, он хорошо играет Вадим с кольтом. Жора, смотри, что сейчас сделали. По одному киллу убили игроков команды Difficulty. Ситуация сразу же обернулась в 3 в 5. 7 человек уже написали, что они здесь. Я вижу, вижу. 8. Я играл в окне. Посмотрю, что. Посмотри, Вилс и, вот, к сожалению, не успеваю посмотреть, Жора. Кошак как ловит Кошак Жорку! Сделал пачку. Медуза убивает Вадима на длине. Ситуация сразу же 2 в 3. Ну, в принципе, если Кошак... Ой, смотри, лол! Вот это лол! Вот это лол! Вот это лол от Коса! Это вообще... А в принципе, смотри, как по-умному сделал сейчас Кос. Мог бы сразу убивать, да, авапера. Но не стал убивать авапера, развернулся на... Длину, посмотрел длину, увидел выбегающего там, кто там был, Хелян или кто выбегал? Ну кто-то, в общем, выбегал из команды Difficulty, выбежал. Он сначала убил его, а вапер просто не успел среагировать, поэтому получил. Дениска, ты такое, пожалуйста, больше не пиши в чате, что есть у тебя инфа по счету и так далее. Такое не надо писать. Это тогда уже... Медуза, минус Майлз, минус Жора. Смотри, ситуация-то какая вообще, ты просто... Минус 2, наихудшая для команды Attention. 5 в 3. 5 в 3 ребята остались. Выход будет Аплента, это стопудово. Это прямо инфа-сотка. Но там есть у нас еще Вадим и Кос. Вадим минус 1. Ой-ой-ой, размен на размене. 3 в 2 ситуация. Ой, что делает Нова, хорошо. 2 в 2 и Медуза. Медуза красный. И Нова, кто кого? Ой, Дикей все-таки. Вадим просто ловит Дикея, осталась ситуация 1 в 1. Вот это сейчас валидол. Смотри, 7 хп, но у него бомба. У него, в принципе... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 15-15. Это овертайм, ребят, на первой карте. Это просто нереально, что сказать, это реально. Можно идти за пивом. Это лол. Это да. Лол. Конкретно, конкретно. Но молодцы, в принципе, ребята. 2 минуты и секунду. Кто что? Школьнику уроки доделать надо. Вот видите, кому-то надо уроки доделать. Поговори пока с чатом, я ненадолго отвлекусь. Хорошо. Ребят, пишите пока, что вы думаете по поводу вот игры, что будет сейчас на дополнительных раундах, на овертаймах. И если у вас есть какие-либо вопросы, то, пожалуйста, пишите в чат. Я вам постараюсь ответить, пока мой коллега Эксель ходит по важным делам. И пока вот дожидаемся, когда команды будут готовы играть овертайм. Будет жарко. Согласен, что будет жарко. Уже как бы на первой карте такая заруба, что аж до 15-15
дошло дело, это уже, я думаю, жарко. Калаши раздают, когда... Ребят, сейчас идет гранд-финал ВСКЛ Лиги второго сезона. Какие розыгрыши? Розыгрыши будут в конце. Пожалуйста, прекратите спрашивать это. Всегда, после каждого игрового дня, мы разыгрываем в конце все. Так что прекратите, ребят, пожалуйста. После гранд-финала будет разыгрываться. Когда следующий сезон, хотелось бы поучаствовать. Следующий сезон, ребята, будет анонсирован в нашей группе контакта. И, ну, не могу сказать точные сроки, так как мы еще гранд-финал не провели, не садились, не обсуждали вообще по части, что нам надо исправить. На третий, ну, что нам нужно исправить на вот этом сезоне, и чтобы не фейлить в будущем такие проблемы. Вот. А вся информация будет, вот как Денети написал, в группе контакта нашей. Всем привет, всем ребята, привет. Откуда Difficulty город? По-моему, Томск, если я не ошибаюсь, ребят. Вот, честно врать просто не буду. Так между картами почему нет? Нет, ТБО 5 как-никак. Ну, между картами, ну, ты как думаешь, чувак? Нам же тоже нужно отдохнуть. И там отдых, скорее всего, будет 5-10 минут всего лишь, буквально. Так что я не уверен, что мы за такое время разыграть что-то успеем. АТТ Хабаровск, Владивосток, да, правильно, Дэвил написал. Спасибо за подсказку, за помощь. Ребят, задаем еще вопросы, пока что моего коллеги еще нету. Ну вот команда. И команды готовы, в принципе. Я не знаю, у Леши там включена заставка или нет. Алексей, вы тут или нет? Да-да-да, я здесь, я вот. Сидел за компом, я ждал, пока кончится все-таки эта пауза. А. И слушал, как ты разговариваешь с друзьями. В чате. Ну что, да, пауза снята. Difficulty начинают за террористов. Attention за КТ. И вот уже Attention врывается вперед на два фрага. Ну что, кошак с ВП, не удалось ему никого тут выловить, к сожалению. И уже... Давай. Ну вот смотри, что сейчас делает команда Difficulty. Просто кошак перетягивается к своим тиммейтам. Скорее всего, выход будет зигзаг, потому что от Медуза и Хейли, как ты видишь, на зигзаге. Ну вот смотри, три игрока команда Attention на Апленте. Вадим их контролит, в принципе, с рекламы с АВП. Вот Хейли уже спалился, правда. Вот Кос убивает Хелли. Снова выход зигзаг, и Кос убивает Медузу, и вообще Кос... Что Кос делает? Он просто... Разрывает Difficulty. Да, он разрывает команду Difficulty. И первый раунд дополнительных раундов берет команда Attention. Счет 16-15, и вам слово. Сейчас. Ой-ой-ой. Что такое? Да все, я тут. Ну что, 15-16, допа уже, второй раунд сейчас начался. И смотрим, как ребята закидывают хаешками Медузу на коробке. Смотри, ребята поджали, Кос вместе снова уже поджали, и Медуза... Снова, по-моему, увидел, что Хейли пошел в зигзаг. Увидел, что граната полетела, и дал информацию антимейтам. А возможно, я сейчас ошибаюсь.
Может быть, даже это и так. Ну что? Даже будут все-таки ребята выходить, пока еще непонятно, но, видимо, стягиваются почему-то в темку. Будут стягиваться на Б, там Нова уже будет принимать, закидывать флешкой. Пытается откидаться там флешкой. Ну, смотрим, что сейчас атака делает, и непонятно, куда они сейчас все-таки будут выходить. 30 секунд остается до конца раунда. Вот, вроде бы middle плюс B будут выходить ребята. На B Нова стоит. Да, вот. Нова видит флешки, дает флешку своим соперникам. Ой-ой-ой. Кошак, минус кос. Кошак, да, выход B плента, ну тут вся надежда только на Нову. Нова делает минус 1. Минус 2, ой-ой-ой. Минус 2, и тут Дикей разменялся. Убивает, разменял. 3 в 2 ситуация, по-моему, установлена на B пленте. Что будет делать Минц? Вадима АВП, ему бы поменять, конечно же, дропчик. Что сейчас сделал Жора? Убил просто Дикея, вроде бы, в спину. Ну, Жора... Кошак сделал минус Майлз, ну и Жора, да. Своего тиммейта, где фузится бомба. 17-15 счет в пользу команды Attention. Уже вырывается вперед на 2 очка команда Attention. И последний раунд первой половине дополнительного времени, извиняюсь. Что заговариваюсь? Что-то реально, Лёха, я давно не комментил, что вообще. Ну ничего, бывает. Смотри, у Вадима уже есть АВП, а у ребят вообще просто фулл хаус в флэш, в гранатах. 4 дыма. 5 дыма. Положили медузе. Медуза просто стоит, ага, вы думали, я пойду. Пикас 2. Вадим, тем временем минус халян. Ой-ой-ой, отлично, кошак. Минус Майлз, ну и Вадим будет встречать. Ой, просто сделал сейчас минус 2, отходит на длину. К своему бомба тиммейту. Ставится. Сейчас... Заходит кос. И... Ой-ой. Меня что-то тормознуло. Да, лаг был. Кос сделал минус Вэлс. И в спину заходит Медуза. Отлично, делает минус 1, но Нова разворачивается. Вторым с Новой и просто разрыв от команды Attention. Сейчас мог зарешать, конечно, Медуза, но вот, к сожалению, у него это не получилось. Кошак, успокойся. Итак, 18-15 закончилась первая половина первого дополнительного овертайма. И ждем, когда команда напишут рейди. Когда они будут готовы играть вторую половину. Но вот команда Difficulty уже готова, и команда Attention тоже готова. И это последний, может быть, последний раунд для команды Attention. Если Difficulty, к сожалению, ну, не возьмут хотя бы один раунд сейчас. Если возьмут один раунд, то это будет хорошо. Допы продолжатся. Но смотри, кошака посаживают зигзаг. Кошак играет с АВП. И просто пуш мидл, смотри. Да, ребят, взлетает. Жора минус халян. Собрались, пишут в чате. Равная ситуация, 4 в 4. Все, но ребята Attention уже перетягиваются на B-плент. Ну, смотри, Attention заслужил на B-плент, но бомба. Бомба, к сожалению, идет самая последняя, и только сейчас будет заходить в темку верхнюю. Ну вот Медуза, уже 4 хп осталось у этого чувака. А Вилс АФК стоит? А, нет. Вэлс ждал. ДТ заводит под пивас. Везет кому-то. Я бы тоже хотел так. Ну ставится бомба, отлично. Но Дикей чекает, собирает информацию. Кос сейчас будет, наверное, делать минус Вэлс. Скорее всего, так. Эх, к сожалению, нет, минус его убивает. Ситуация 2 в 4. Вот, надо убегать. Ну, хотя, в принципе, нет. Да, это ГГ. Первая карта за командой Attention. Счет 19-15. И счет уже по картам, можно сказать, да, 1-1 общий счет. Так, я сейчас заанонсирую. А я пока уберу эту...